Торжественная линейка, посвященная старту трудового семестра студенческих строительных отрядов Москвы и Московской области, одно из основных мероприятий Московского регионального штаба стройотрядов. Традиционно она проводится возле памятника в честь 50-летия строительных отрядов у физического факультета МГУ имени Ломоносова. ИССО РУДН «Меридиан дружбы», как один из старейших отрядов этого движения, принял участие в старте 57-го трудового семестра студенческих отрядов. Семестр работы и семестр, который мы посвящаем нашим вузам, когда мы ремонтируем дороги, перекрасим все здания, наводим порядок, готовим наши вузы для принятия новых студентов. Развитие студенческих отрядов – одно из приоритетных направлений молодежной политики Российской Федерации. С 2008 года началось активное возрождение строительных отрядов города Москвы. В настоящее время это движение набирает все большую популярность среди молодежи. Строительные отряды – это замечательная возможность познакомиться с новыми людьми, подружиться с людьми со всего мира. Это организация, которая объединяет людей не только работой, но и дарит прекрасные впечатления на всю жизнь. Свой университет своими руками – девиз строительного отряда Российского университета дружбы народов. Опыт и знания, которые обретают бойцы ИССО «Меридиан дружбы», пригодятся им в течение всей жизни. Телевидение РУДН. Новости.